раз пошли уже истории в клубе, в нашем клубе «Белый попугай», рассказываю у меня историю по этой же теме, которая в Таиланде была. В общем, были на конференции в Таиланде, я снимал, жили на острове, я снимал постоянно там мотоциклы разные. То есть где-то 2-3 дня, 4 дня меняю мотоцикл, 2-3-4 дня меняю мотоцикл, чтобы не надоедало. Там на чопперах, на каких-то эндуриках китайских покатался. И крайний раз я снимал мотоцикл в баре у одного тайца, который вот реально ковбой Мальборо. Весь в дешевом золоте, портаки всякие, лошади там на нем эти, с рогами какие-то антилопы. В ковбойской шляпе, так, ну короче, такой понтовый сутер. И, соответственно, бар, который у него был, где я эти мотоциклы снимал, у него основная деятельность, там тоже эти лэдибои, шлюхи и так далее. И он такой, типа, ночной бар для байкеров, которые не чураются всей этой темы. И я у него снимал последний раз мотоцикл этот, китайский эндурик такой, лифан. Малокубовый, но он был новый. И, в общем, я буквально дня два покатался, и у меня сцепление разболтался, тросик. Я думаю, лезть сам руками не буду, приеду к нему, короче, пускай подтягивают его мотоцикл новый, а то скажет, короче, я слышу, ты мне типа сломал. Я приезжаю ночью в этот бар, лэдибои, шлюхи, там музыка, играю все там. А я еще ездил по Таю, по Качангу острову. У меня такая майка была супермена, короче говоря. Я катался на эндуриках, постоянно газу вываливаю, там все, весь остров слышит. Ааа, супермен, супермен. Я приезжаю, все шлюхи такие сразу там. Я говорю, ну-ка, давай, до свидания. И ему, значит, его вызываю, говорю, слышишь, братан, ну смотри, у меня реально здесь проблема, как бы сцепление, а горный остров сейчас, ну, не подам газку в повороте, завалюсь и пипец. Он такой, приезжай с утра. Спасибо. Приезжай с утра. Я говорю, как я с утра приеду? У меня, ну, как бы, горный остров, мне в другую часть ехать, по ночи я сейчас где-нибудь на горе разложусь с таким сцеплением. Он такой, минуту такой. Из бара такое что-то выходит такое. Идет такой, на каблучках, с сумочкой такой, в красном платьишке, с волосами. А я по размеру понимаю, что, ну, таек таких здоровых не бывает. Ну такой, 1.75 м, 1.80 м. Подваливает ко мне, меня, я вот так вот стою. Смотрит на мой взгляд такой. На меня смотрит такой, привет, дорогой. Мне раз по щеке, и я стою, думаю, что происходит? Я говорю, это кто? Такой, ты слышишь, давай мне мотоцикл меня или чини. Он говорит, стой, стой секунду. Короче, это... Оно берет, залазит в сцепление, начинает копаться руками причем. Все, короче, делает, поделает, все, говорит, езжай. Я стою такой, Таец говорит, это, говорит, он сейчас лэдибой, а днем он у меня автомеханик. Так что, говорит, будут проблемы, заезжай. Вот это просто вот карту раскрыло, это вот. Как наша Раша, там, Михалыч Труселя, твои красные, это отдыхает, когда он ночью трансвестит, прям, причем трансвестит, а днем автомеханик. На все руки, мастер.